Черт, я никого не трогал, подчинял примусы, наслаждался правами из второй поправки. А вы, твари, все ж смогли вывести меня из себя. Вызовите армию. Привет. Слушайте внимательно. Идите в комнату прием анализов. Там вы найдете емкость и вспомогательные печатные материалы. Что делать дальше, вы знаете сами. Забрать деньги вы можете в регистратуре, когда будете уходить. И не испачкайте печатные материалы. Круто! Бабки за то, что я и так делаю каждый день бесплатно. Люблю резню. Одно из двух. Либо эта дверь откроется позже, либо бета-тестеры проглядели этот баг в игре. Дорогая, я дома! Черт, это займет немало времени. Надеюсь, у них здесь есть скрытая камера, которая все это записала. Наверняка я установил какой-нибудь рекорд. Надо спуститься в фойе и забрать деньги. Мозги! Чёртова травма! Thank you.
Так мне уже лучше. Мне определенно нужно еще. Это может не помочь. Теперь цветочки будут расти быстрее. Наружу полезла. При моем-то везении, это, скорее всего, какая-нибудь монашка. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. Oh!
Круто! Ау! Еще один приступ! Thank you.
Пожалуйста, только не по голове. Ну, что угодно, только не по голове. Так, я этого не вижу. Мог подумать, что произойдет такое. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Я чувствую себя дерьмово. Чувак, я умираю от голода. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Добро пожаловать. Что будем заказывать? Думаю, стоит пропустить стаканчик перед завтраком. Я больше ничего не буду покупать здесь. Отлично. Тебе бы стоило посетить дерматолога, парень. Ну да ладно. А вам, наверное, тоже нужна какая-нибудь жратва, а? Господи, да что же вы сюда все претесь-то, а? Обед номер два, пожалуйста. Конечно, крысиное дерьмо. Добавить вам сыр в этот блядский сэндвич, а? Нет, спасибо. А может, вы хотите еще бесплатную улыбку, а, мать вашу? Блядь, улыбнуться вам, а? Я все понял. Вы покупаете говядину в Англии. Я сожру твои сраные мозги. Черт, бешеные зомби! Получаю, ущербная зараза. Вот так. Дьявол, оно не дохнет. Мама! Вот тебе бешеный гниющий дерьмоед.
Эй, мужик, их головы! Нужно разносить им бошки! Ты прав, дело в их головах! К этому дерьму так быстро привыкаешь. Приятного вам дня! Я полагаю, более политически корректным было бы вырезать сначала женщины, но... Сынок, мне нравится твой стиль. Не хочешь поработать инженером по взаимодействию с бешеными коровами? Что ж, я как раз временно безработный. Слушай и запоминай, сынок. Самый эффективный и приятный инструмент для взаимодействия с бешеными коровами – это кувалда, одобренного правительством образца. Как же мне теперь ее достать? Ничего не почувствуешь, обещаю. Отличная работа, сынок. Вот, испробуй в деле этих малышек.
убивают бедных коровок. Позвоните Памеле Андерсон. Держите его! Вперед за несчастные макнаггетсы! Внешний телефон застоялся, и я вызову вас, свяжу. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. Определенно нужно еще. Теперь цветочки будут расти быстрее. Ты ничего не почувствуешь, обещаю. Приятного вам дня! Так, мне... Так, мне... О, эта штука... Мне определенно нужно еще. О, эта штука хорошо действует. Ничего не почувствуешь, обещаю. Определенно нужно еще. Кис-кис-кис-кис, коровка, коровка!
Прекрасно, сынок! Посмотрев на твои успехи, я решил повысить тебя до инженера по взаимодействию с голубями. Поздравляю! Вот твой служебный гранатомет. Пришло время голубей. I told you no. What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? Hold on. Proposal for the pigeon mission. Proposal for the pigeon mission? We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck are you kidding me? Vince, the kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video you want, mother. Enough! Hold on, I said. Who is this? Get on fucking line, you want money too. You, fuck you too. Вау! Это была самая замечательная вещь в моей жизни! Черт, как это меня достало! Алло! Привет, чувак! У меня для тебя работу. Нам так надоели вечные проблемы с нашими мудаками! Но есть одна проблема! У них наш, иди и забери его. Без проблем, но как мне попасть внутрь? Не волнуйся, чувак, мы об этом позаботимся. Я должен перестать курить это дерьмо. Чувствую себя дерьмово. Мне уже лучше.
Круто. И еще один. Может лишиться парочки конечностей. Да. Что ты думаешь, но как это не забавно, я никогда не любил видеоигры. Вот это да, такое оружие никогда не затупится. Типа боулинг, только круче. Кое-кто может лишиться парочки конечностей. Да. Блин, это просто праздник какой-то. И пальцы все еще на месте. Спасибо огромное. Интересно, можно ли этой штукой разрезать консервную банку, а потом нашинковать грибы? Интересно, эта штука попадает под вторую поправку к Конституции? Типа боулинг, только круче! Вот это да, такое оружие никогда не затупится.
Вау, отличный плед, приятель! Круто! Мистер Хокслоп, мистер Винс Дэдди на первой линии. Винс просил меня забрать мастер-диск. Мастер что? Дружище, здесь нет никакого мастер-диска. Здесь на 100 миль вокруг нет никаких мастер-дисков. Винс просто сумасшедший псих. У меня никогда не было мастер-диска. И я не печатаю копии. Кто сказал, что я печатаю копии? Какой-то грязный лжец. Сколько раз я просил Винса перезвонить. Мистер Хокслоп, мистер Винс Дэзи на второй линии. С этим парнем просто невозможно связаться. Мистер Винс Дэзи все еще на первой линии. В общем, нет у меня прямо здесь на столе никакого мастер-диска. Нет. Мистер Хокслоп, мистер Винс Дэзи на первой, второй, третьей и четвертой линии. Попросить его... Хорошо, сделаем по-плохому. Эй, положи на место этот мастер-диск, которого у меня нет. Охрана! Черт! Убери пистолет, и я тебя не убью. Обещаю. Привет, Винс! Твое задание выполнено! Отлично, чувак! Заезжай ко мне, у нас тут пьянка с девками и... Оставьте для меня блондинку! Скоро буду! Что за шум? Ни хрена себе! Наверное, бывшие работники. Черт, я и не знал, что я уволил столько человек. Арсенал открыт! Давайте, ребята, надерем этим зомби задницы!